Как жарко. А? О, а вы что здесь делаете? А, точно, давно уже видео не было на канале, потому что я отдыхал, устал. И, в принципе, мне сейчас нечего делать, так что... Поэтому добро пожаловать на новый выпуск. Давай поболтаем. И сегодня я хотел рассказать, что произошло за в мире ЧП за того времени, пока мне не было на канале. Месяц, даже уже почти 2 месяца. Ну, немножечко еще осталось за 2 месяцев. Поэтому я, наверное, возвращаюсь. Я не знаю, опять насколько часто буду снимать видео, но насколько наступило лето, наверное, скорее всего, они будут у меня выходить намного чаще. Поэтому такое будет пока мини-такое видео, что вступительное. Расскажу, что вообще произошло с ЧП за это время, когда я чувствовал, что об этом всем думаю, об этих новостях. Так что я думаю, погнали. Уже создается саундтрек для «Щенячьего патруля» в кино 2. Да, я надеюсь, что там саундтрек будет такая, там же будет такая же классная музыка, как и в первой части, там Good Mood, тот же самый Using Train, который я до сих пор переслушал, обалденные просто песни, так сказать. Мы также надеемся, что в ЧП в кино 2 он будет также крутой. Еще кое-что, ЧП в кино 2, его трейлер выйдет летом, то есть уже скоро, как раз таки, уже наступило лето. Сегодня я записываю, по крайней мере, это видео 4 июня. Я надеюсь, что, может, возможно, где-то в июле выйдет трейлер. Я даже, может, на него прям реакцию в реальном времени сделал, потому что это очень круто. Мне уже просто не терпится узнать, что будет снять трейлер в кино 2. Надеюсь, что он будет наравне с таким же, как и первая часть, а может даже лучше. Хотя стоит не забывать, что чем больше ожидания, чем больше разочарования. Но все же надеюсь, что снять трейлер в кино 2 оправдает наши ожидания. Еще одна интересная новость – это о том, что у Эверест будет... следующая специальная серия будет проверяться. Это очень круто, потому что Эверест на втором месте моих любимых щенков после Рокки. Логично. Эверест очень классный персонаж. И хотелось бы, чтобы ее побольше раскрыли, потому что на самом деле она не так часто в сериях, в принципе, появляется, не в каждой серии. Так что очень хотелось бы увидеть. Я надеюсь, что это будет круто, потому что... Удивительно, что не про Крепыша там, но... Я очень жду под серии с Эверест, сделаю не обзор, если она выйдет, потому что Эверест классный персонаж. Возможно, может даже у нее какое-то развитие, может с Джейком что-то будет. И, скорее всего, эта подсерия, это специальная серия будет как раз таки. И щенки будут путешествовать по горам, скорее всего. Да. Уже недавно вышел 10-й сезон «Щенячьего патруля» и довольно-таки там большой список серий, можно так сказать, то есть небольшой, уже известны некоторые серии. Некоторые они мне даже... Одни из этих серий меня даже заинтересовали. Вот на своем экране вы сейчас видите все серии, которые будут в 10 сезоне. Ну, не все, а которые уже известны, которые будут в 10 сезоне. Вот, во-первых, мне заинтересовало... Да, тут появится новая Rescue, ну, подсерия «Щенки джунглей». Я о них не говорил, но сейчас по-быстрому выскажу о них мнение, что я вообще о них думаю. Это первая серия будет называться «Щенки находятся спрятанные джунгли». Это третья серия, она будет большая, то есть будет длиться 20 минут. И, честно говоря, мне кажется, это уже вот эта вот халтура, не бейте меня. Потому что, ну, в джунгли как бы уже есть такая Rescue. Скорее всего, ну, там будет про трекера, логично, что трекер будет, наверное, скорее всего, главным. И, ну, что это такое? Есть же у нас щенки джунгли, зачем еще одни? Мне кажется, там ничего интересного, в принципе, не будет. То же самое, что и джунгли с трекером, но которые были в третьем сезоне. Вот то же самое. И мне кажется, ничего интересного там не будет, к сожалению. Хотя, но все равно третья серия, на самом деле, многие все равно интересуют, что за спрятанные джунгли. Ну, короче, посмотрю. Может, это все-таки «Щенки джунгли» не так уж и плохо, как я думал. 5А тоже интересное название. «Щенки спасают цифровых друзей». Я не знаю, что за цифровые друзья могут быть. Может, они попадут в какую-то игру и встретят тоже своих каких-то... Прикольная идея, как героев Энвелла встретят своих игровых персонажей. Классная же идея. Там, может, Райдер какую-то такую игру специальную изобретет. Очень интересно будет посмотреть, что за цифровые друзья, здесь тоже не будут разочарования. Еще больше, конечно, не тревожит, потому что тут понятно, что будет, но довольно-таки интересно. Либерти вернется, наконец-таки она просто один раз появилась, она 2 раза в 9 сезоне появилась. Ну ладно, 3 раза, если считать первую серию, где она появилась. Но все равно, и все, и забили на нее. Вот сейчас она опять появляется, это Liberty First Snow Rescue, первое снежное спасение Liberty, это уже не что там будет. И вот 13-е, мне кажется, самое интересное из этих всех, которые вам рассказал, это «Могучие щенки против мэра вселенной». Очень эпичное название, но здесь не менее будет эпичная серия. И, скорее всего, у меня есть теория, наверное, так и есть, это будет либо приурочено к выходу «Щенячьего патруля» в кино 2, либо после него будет, вряд ли перед. Там, потому что я знаю, что будет мега Либерти.
До сих пор не знаю, какого Liberty будет сила. Ну, может, об этом я сделал видео. Интересно, что будет, наверное, может, мэр Хаммингер захочет захватить вселенную, может, там и Купи-Кот вернется, и другие мега-щенки, злодеи из мега-щенков будут ожидать. Очень интересно, что за могучие щенки против мэра вселенной. Короче, 12-ю серию я пока жду больше всего. Тем временем напишите вы, что вы ждете 10-го сезона, пока мне что-нибудь интересно, на самом деле, из серии. То есть, их скучноватых нету. Ну, то есть, есть серии, которые меня действительно заинтриговали, надеюсь, что они, правда, будут интересными. Выходит новая игра по щенячьему патрулю, это Paw Patrol World, и, честно говоря, я был в шоке, когда увидел трейлер, потому что щенячий патруль с открытым миром, то есть там можно ходить, выполнять какие-то задания будут, я об этом на самом деле давным-давно мечтал, это можно так сказать, GTA в мире щенков, в мире щенячьего патруля, конечно, понятно, что там нельзя будет никого убивать и так далее, там угонять машины тоже нельзя будет, но... Короче, я жду, что там будут какие-то интересные задания, не какие-то банальные, типа, принеси мне вот это, а потом вернись назад, и я тебе дам награду. Все, мне кажется, какие-то там головоломки могут быть. Это же довольно-таки, правда, интересно, как там в той же истории игрушек 3 на Xbox, там, кто играл. Довольно-таки интересные там были задания. Вот в этой игре тоже надеюсь, что можно, может, там, стать мэром города, то есть, там, помогать мэру города. Там, ну, типа шерифа, там, полицейским, я не знаю, там тем более не только будут приключения это будут, там еще там и джунгли будут, и Антарктида, или что это, или гора Джейка, я до сих пор помню, кажется, все-таки гора Джейка, но тем более это не платное, то есть там не надо будет донатить, как это в версии на телефоне, хотя, я скажу, вообще разные игры, потому что телефон мне не очень приятно, что там прям два щенка только бесплатно доступны, а остальные уже там все платные. Так что я очень жду, точно буду играть в эту игру, может даже прохождение буду снимать, не знаю. Вот такие вот были новости, вы поняли, я в очередной раз уже, не знаю, какой раз за этот год возвращаюсь, третий, четвертый. Надеюсь, уже на этот раз окончательно, тем более, что сейчас идет лето, опять же, все патрули с летом. И мы будем просто летом разносить, я буду стараться снимать крутые видео, тем более у меня есть уже одна идея. Перед выходом «Щенячьего патруля в кино 2», думаю, это видео, которое я уже запланировал, будет выпустить самое время. Теперь, я думаю, все. Всем удачи, всем пока, и всем желаю хорошо провести лето.